За прошедшие сутки 165 боев. Генштаб рассказал о ситуации на фронте. За прошедшие сутки 1 декабря на фронте состоялось 165 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Кураховском направлении. Об этом сообщает Новости Украина, со ссылкой на фейсбук-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава. И техники российских захватчиков, пишет Генштаб. Ситуация на направлениях. На харьковском направлении россияне 10 раз штурмовали в районах населенных пунктов Старица тихая, волчанское в направлении Казачьей Лопани. На Купянском направлении состоялось 9 боев столкновений неподалеку Лозовой, Кругляковки, Глушковке и Зеленого Гая. На лиманском направлении россияне атаковали 8 раз, вблизи Дружелюбовки, Грековки, Григорьевки, Тернов и Торского. На Краматорском направлении зафиксировано три боя столкновения в районе Часового Яра. На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали неподалеку Торецкой в направлении Щербиновки. На Покровском направлении остановлено 33 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Доченского, Желтого и Чумацкого. На Кураховском направлении отражено 48 атак, вблизи Берестков, Солнцевки, Зари, Новодмитровке, Курахова, Дальнего, Елизаветовке и Ановке. На Времовском направлении противник совершил 24 наступательных действия в районах Константинопольского, Трудового, Большой Новоселки, Новоселки, Нового Комара и Новодаровки. На Приднепровском направлении российские захватчики пытались штурмовать позиции четыре раза. В операционной зоне на Курской области силы обороны отбили 16 атак врага. Потери России. С начала полномасштабной войны Российская Федерация РФ потеряла около 744 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки силы обороны ликвидировали 1790 оккупантов, а также уничтожили 9 танков, 28 боевых бронированных машин.